Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на канале «Жизнь на съемной квартире». Ну что же, сегодня 27 марта 2003 года. Представляете, уже конец марта. У нас теплые дни уже давно, но с завтрашнего дня начинается дождь, а потом даже мороз на землю, говорит прогноз погоды, и все говорят. Но мы находимся на юге Украины, почти на юге Украины, поэтому у нас немножко теплее, и еще вокруг нашего городочка находятся карьеры. Такие карьеры и получается такие как горы, горы искусственные вот вокруг. Ну так вот в городе живем, мы их не видим, но когда немножко выезжаем, то их видно. И поэтому здесь немножко другой климат как-то. То дождей нет, то не так холодно, как везде, вот и даже вокруг. Вот, у меня тут шум немножечко, потому что это у меня время от времени включается котел, немножко греет батареи. Вот, ну не немножко, а как мы поставим. Поэтому не удивляйтесь, если услышите такой гул, такой то есть это ничего страшного, это просто котел, который делает нам тепло. Сегодня я хочу опять сеять, опять хочу посеять. Ну и вот видно, да, у меня тут портулак великоцветковый. Большие цветы получаются, да. Портулак я в прошлом году нашла просто на улице. Огромное такое было большое поле. И взяла немножко себе дома в горшочек посадила. Он меня так радовал. Я просто была восхищена и впервые увидела, что узнала, что есть, оказывается, такое растение, как портулак. Ну и в этом году я увидела. Я уже посадила махровый. Потом покажу. А сейчас я нашла больше цветковый. В магазине АТБ стоил, по-моему, 3 гривны 50 копеек. Вот. И к моему удивлению, вернее, даже не удивлению, а как-то, знаете, я его вот разрезала только что, заглянула, а там как будто и семян-то нет. Он там что-то в уголочках немножечко, вот там чуть-чуть и там чуть-чуть. Я такая, что? А потом такая говорю, ну, в принципе, там семян насыпано на 3 гривны 50 копеек. Здесь у меня уже ватный диск. Он намоченный водичкой. Вот, и я давайте тогда просто высыплю, что есть. А что там есть, почти ничего нет. Я даже прям как-то немного растеряна. Вот. Вот тут высыпались на стол вот эти маленькие семечки. Давайте я их соберу. Так, интересно. Вот как из такого маленького может выйти, вырасти... Наверное, я в каждом видео это приговариваю. Как из маленького может вырасти что-то такое большое и красивое. Да, это, конечно, не плоды, а цветы. Но цветы, знаете. Угу. Так, если там у меня еще что-то. Может, еще семечко. Одно, два, три. Давайте разорву. Потому что если из одного семечка вырастет растение, то надо его добыть. Вот, ну, в общем, я не знаю, почему. Почему практически нет семян. Вот. Тут вес-то 0,1 грамма. Ну, в общем, как есть, так и есть. Так, значит, я все семечки собрала. Да, мои видео не обучающие, у меня опять включился котел, у меня видео просто видеовлоги, немножко не снимаю себя с лицом, я сама люблю смотреть, когда кто-то рассказывает не только руки, но еще и говорящую голову, ну, когда людей видно, но я сейчас немножечко, я, по-моему, уже рассказывала о том, что я ремонтирую зубы. Вот, мне удалили зубы, и сейчас я жду протезирования, поэтому немного некомфортно снимать себя с говорящую голову свою. Вот, ну, жду того времени, поэтому обязательно покажусь, обязательно. Итак, я уже поместила в пакетик и подписала портулак больше квитковый, большие цветы, 27 марта. Все, и отправляю еще в один пакет и на батарею греться и всходить. Посмотрим, мне просто интересно, через сколько денечков он проклюнется.
Еще я обнаружила вот такие семена айстра, очень красивые, смотрите, да, оригинальные, хайномаро, но там тоже их совсем немножко, но я думаю, что даже вот это немножко, вот видите там, это остатки, мне немножко, сейчас давайте, так, намачиваем наш пакетик и высыпаю семена, сколько есть. Опять же говорю, что я повторюсь, что я никого не учу, потому что... Так, что это такое? Это семена? Не учу, потому что пока что еще не совсем умею, не знаю. И снимаю видео просто типа влога. Влога, поэтому мой влог называется, да, «Жизнь на съемной квартире». Вот, очень хочется, конечно, чтобы она, у нас была жизнь уже не на съемной квартире, а... постоянной нашей квартире, дома, и чтобы у нас тоже был свой сад, огород. У нас, к сожалению, нет сада, огорода, пока я с удовольствием пользуюсь арендованным, который нам предоставили наши друзья. Так, и нам нужно подписать, что это астра. Так, нет, не белый маркер, а черный астра. Да, давайте еще напишу хай. Так смешно такое название. Хайномару. Такое ощущение, что это помпонное, что это японская какая-то. 27.03. Так, у меня уже есть портулак и астра. Отправляем на батарею. И следующий этап у меня, я уже подготовила, смотрите, что у меня, да, в этом арендованном саду мы нашли вот такой семена перца домашнего, вот, скорее всего, хозяйка это собрала, наверное, это очень хороший перец, я возьму отсюда совсем немножко, ну, несколько семечек, чтобы посадить, попробовать, как оно прорастет, остальное отнесем на место. Все как обычно. Вот, и сажаем наши семена. Интересно, как долго эти семена будут проклевываться, потому что первые семечки у меня долго проклевывались. Но я прочитала о том, что семечки перца вообще долго проклевываются. Долго сидят, пока они там оболочку прорвут. Поэтому. Вот. Я думаю, что достаточно. И опять же. Убираю в пакетик. Подпишу. Подпишу, что это у меня перец. Домашний 27.03. Так, и отправляем все это на батарею. Помните, несколько денечков назад я сюда сеяла голландские семена и вчера даже показывала, открывала. И вот уже хочу посеять уже грунт, уже подготовила. Здесь у меня грунт торф, торф с агроперлитом, по-моему, так называется. Агроперлит точно в перемешку. И я уже пролила теплой водичкой. Пролила полностью, то есть у меня такой влажный, хороший грунт. И сейчас посею в каждую ячейку по одному семечку. Открою и покажу. Итак, вот они мои семечки. Мои семечки, семечки помидор. Проклюнулись все.
И это классно. Я очень рада, уже такие хвостики они отпустили. И буду по одной семечке высаживать. Два, три. Мне немножко спокойнее, когда я высаживаю на грунт, сначала на ватный диск, немножко спокойнее. То есть я не хожу и не заглядываю, проросло, не проросло. Ой, сюда, да, ага, сюда нужно. Так, я вижу, у меня проросло, поэтому в каждую ячейку. Так, а где же десятая семечка? Я вот сюда посадила два. Точно. Точно. Вот так. И так как я семечки уже... Семечки, не семечки, а землю я уже пролила, поэтому немножко засыпаю совсем немножко помидоры. Растите мои помидорчики. Вот. Пока они будут... сходить, давать первые семидольные листочки, я буду изучать материал про помидоры, как там дальше с ними. Ну, а вернее, не сейчас буду изучать, а сейчас я буду заниматься пока чем-то другим, какими-то другими семенами, потому что у меня там еще цветочки растут, цветочки, перчик. Перчик покажу, покажу, как всходит. Ага. Вот так. Я думаю, что я не слишком их закопала. Надеюсь, что я не слишком их закопала. Итак, кассеты я закрыла пленкой. Поставила в теплое место. Место тепленькое у меня на батарее. Здесь у меня окно. Уже вот вечер. И посмотрите, за несколько часов влага уже там стала собираться. И надеюсь, что они уже будут у меня проклевываться. Не проклевываться, они же проклюнулись. Надеюсь, что они будут выходить. И тогда я пленку раскрою, поставлю на подоконник, но уже в другой в комнате, в спальне. Потому что у меня там солнышко раненько, с 6 утра. Вот. И сейчас буду прощаться с вами. Спасибо, что были со мной в сегодняшнем дне. Всем пока-пока.